Посреди зимнего города щелковцы могут попасть на настоящий восточный базар, приобщиться к индийской культуре, посмотреть, потрогать и, возможно, что-то приобрести. Выставка-продажа «Любимая Индия» побывала во многих городах России. В Щелково открылась впервые. На цокольном этаже торгового комплекса «Центральный» в понедельник на прилавках появился широкий ассортимент индийских товаров. Многие изделия ручной работы. Продукты как Индия. Все, что делается в Индии, все, что связано с ручной работой, все представлено здесь. От покрывала до мебели, в том числе другие товары. Нам самое главное то, что делает хорошие отношения между Индией и Россией. Запахи ароматических масел, благовоний и экзотических специй окутывают посетителей сразу, а от разнообразия пестрых тканей разбегаются глаза. Очень легко делается. Только одну сторону, а это вокруг замотал. Ой, прости. Ничего. Вот. Покружись. Ткань натуральная, сразу видно. Мы любим натуральную ткань. Она не мнется, не линяет, легко носится. Можно одеть на мокрое тело, в то же время пойти куда-то на отдых, в кафе, в бар, посидеть в этой одежде. Она не сковывает, кожа дышит, поэтому очень довольна. Здесь можно приобрести натуральную косметику и пищевые продукты, среди которых и популярный во всем мире рис басмани. Стилизованные статуэтки, изделия из кожи и текстиля. Особое внимание привлекают украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Позитив, хорошая энергия. У них свой стиль, своеобразие такое. Как бы тепло, восточность. Большой популярностью на ярмарке пользуется чай. Здесь целая чайная коллекция различных видов и на любой вкус. 200-граммовый чай черный и зеленый, он стоит 350 рублей. На нашем обычном рынке такой продукции практически вообще не купить. Поэтому цены, в принципе, они доступные. К чаю можно купить и восточные сладости. А продлится выставка «Любимая Индия» до 27 ноября. Она будет работать каждый день с 11 до 7 вечера. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».